Да, яй-яй-яй-яй! Он сумасшедший, Федечка, спаси! Да ёка ты, бабань! Сейчас, подожди! Давай разберемся, где он? Давайте убейте его! Убейте пингвина! Да ёк! Женечка, помните! Я пошли в задницу, я спрячусь! Заколебали нахрен пингвины конченые! Все, идите в задницу! Окей, убей! Я с тобой! Где он? Где пингвины? Все, уже нет, всех убили. Заходи и подписывайся на канал Artix Chenny, он делает крутые мультики, анимации и многое другое. Также на его канале присутствует рубрика «Арт Вызов» и также много конкурсов. Один из них проходит прямо сейчас, поэтому заходи и подписывайся, ссылочка будет в описании. Ай, Женечка, скоро Новый год. Ты что, кстати, хочешь на Новый год Деда Мороза, а? Ой, знаешь, Женечка, я хочу Барби, Барби. Барби? Барби. А я машинку хочу. Папа, ты что хочешь, а? Уголь. Кого? Уголь. Хату надо топить, понимаешь? Уголь сейчас... Ой, пап, ничего ты не понимаешь. Фу, уголь папа, хочет. Папочка, мы хотим подарки. Быстро угол. Мы хотим подарки, папочка. Да. Как вы хотите, значит, подарки на Новый год, вам нужно выполнить некоторые задания. Мы готовы. Давай. Ну, первое задание вы должны поставить под этот ролик лайк. Очень много. Ой, это вообще без проблем. Ой, да мы уже поставили, Женечка, вот уже прям сейчас поставили, еще что. Хорошо, второе задание, вы должны почистить картошку и пожарить ее. Какую картошку? А зачем это вообще? Я проголодался, мне нужна жареная картошка, быстро. Эдичка, мне кажется, у нас обман, Дед Мороз-то не существует. Какая картошка? А, Дед Мороз не существует, да? А ну быстро, в угол быстро пошли. Да, его не существует. Быстро в угол пошли, ждите меня здесь. Мы уже взрослые, да, Эдичка, мы все знаем. Конечно. Ни хрена вы не знаете, станьте в угол. Все, стоите. Ладно, я сейчас приду. Говорит, существует Дед Мороз, да? А ну там рот закрыли. Ты слышал это, Женечка? Папочка, это ты? Папа? Нет, нет. В смысле нет, а где папа? Я Дед Мороз, а ваш папа скоро вернется. Он пошел за колбасой в магазин этот купить полей. Да, конечно, так мы поверили, да, Женечка? Какой Дед Мороз? Не верю. У тебя бороды нет. Он посохом получишь. Или подарка не хочешь, я не понимаю. Быстро подарки, хотим подарки. Хочешь подарок? Да, подарки. Ты, Эдичка, тогда отвернись. Не отверну, я тоже подарок хочу. А ты потом получишь. Я старше, Женечки, мне подарок. Отвернись. Это какой-то вообще никакой Дед Мороз, он вот матерится, ругается. Я заморожу тебя. Не верю. Так, ладно, выполняйте мои задания, если хотите подарки. Выходите на улицу. Мы, может, не будем выходить на улицу, хорошо, ладно. Магия! Ай, ладно. Это еще кто такой? Ой, кто там такие? Вот говно! Дед Мороз, убей их! Вот какой он Дед Мороз. Нифига себе жестокий Дед Мороз. Еще вот этого убей! Так, собственно... Нифига себе. А может там тоже такое же? Ну, ладно, если вы хотите помочь мне спасти Новый год, потому что здесь что-то непонятное происходит, вы должны будете меня слушаться, вы согласны? Да. Во-первых, вы должны быть похожи на Дедов Морозов, только маленьких. Я девочка, ладно. Я что я Дед Мороз. Баба Мороз. Баба Мороз. Баба Мороз. Я Баба Мороз. Так, собственно, ну теперь нам нужно как-то сражаться с этими, да? Ну, дай нам оружие какое-то, Дед Мороз. Ну, у меня только есть ключи для труб, потому что раньше я был сантехником, и поэтому у меня с прошлой работы это все осталось. На! Ну, здесь вот такая вот штука. А мне! Я служил просто, понимаете? Спасибо. У нас вот так вот все служат, Деды Морозы. А что это вообще такое тут происходит-то, мне не могу понять. Пока сам не отстрелю. Не знаю, давайте побежим и выясним, что там вообще такое. Смотрите, еще один! Дед Мороз стреляй! Бейте снеговика! Стойте, там труп! А тут что такое? Тут труп. Что там такое? Смотрите. Алло! Мужик, помогите! В снег прыгай! В снег, давай! Прыгай в снег! Ну и быстрее в снег! Все. Гайся, ты ключом надо по голове дать. Да думаешь, поможет, мне кажется, не поможет. Заморожу. Да все, побежали дальше. Так, давайте вперед, а что мужика-то? Да оставь мужика, и уже не поможем. Давай, пойдем. Что-то какие-то слишком жесткие дети, я хочу вам сказать. Вы какие-то слишком жестокие. У вас, наверное, папочка не воспитан. Да, папочка у нас вообще дебил, да, Женечка? То есть вообще какой-то. Чё, заморожу! А ты тут при чем, Дед Мороз, вообще? Я за папочку впрягаюсь. Ты даже папочку нашего не знаешь. Ой, нападают!
Бейте, бейте! Олег, бежи! Да стреляйте, стреляйте в этого! Бейте Олега! Че, подожди, подожди, подожди! Оленей зачем убивать? Бейте, бейте всех! Олечка, я как-то вспомнила, что это... А, кто меня бьет? А, пингвин сумасшедший! Пингвин! Подождите, я его ключом поймаю, подождите, дайте мне этого пингвина. Фига себе, он быстрый! Ай, как удар! Все, убил, убил, убил! Смотрите, я знаю, что тут происходит. Я тоже понял. Я мультик смотрела такой, да, Эдичка? Да, да, это, наверное, Гринч хочет украсть Рождество, да, Дед Мороз? Да, 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 да. Это Гринч, да? В смысле, ну, как Дед... Да, да, это Гринч, точно, я забыл просто. Понимаете? Так, ладно, ладно. Странно, Дед Мороз. Я настоящий Дед Мороз, вы не сомневайтесь. А-а-а, пингвины! Убейте, убейте пингвинов! Как это пить? Дед Мороз, я случайно! Дед Мороз, у тебя патроны есть еще? У меня? Да. У меня есть, но только это мой пулемет. Ладно, все, у меня патронов нет. Смотри. Ладно, я кому-то могу дать пистолет. Да, да мне. Смотрите, там какой-то большой олень белый. Офигеть, давайте погладим его. Сейчас патроны храним на олене. Хорошо, хорошо. А зачем на олене? Может, он вообще мирный? Смотри, какой. Да, он. Давайте, может, мы здесь подружимся, я сейчас. Ничего не знаю. Он хочет погладить, чтобы мы его. Бейте, бейте! Бейте его! Бейте дебилов вот этих маленьких. Да пингвины конченые, что ты такие жестокие? Ой-ой-ой-ой-ой! Почему все сошли? Они должны помогать, наоборот. Тихо-тихо-тихо-тихо! Офигеть, мне кажется, это... Бежим, так, пока олень не очнулся. Да-да-да! Да ты уж уберите этого гниду паршивого! Пингвина конченого! Я на помощь, Эдичка! Я тебя спасу! Да ёх! Олень, олень ожил! Остановитесь! Что происходит? Что такое? Вы что за дети такие? Чё, а чё, не, чё? Да нам подарки будут. Да-да-да. Мы спасли Рождество уже, мне кажется, все да нормально. Вы вообще жестокие какие-то, вы ни хрена не спасли, надо Гринча убить. Ты же сказал, ты не знаешь, кто такой. Я знаю, я настоящий Дед Мороз, знает все. А, ну ладно, пошли. Ну, смотри, а где Гринч-то? Еще один олень там. Беги, Дед Мороз, туда, да. Давайте, бьем оленя. Бейте этого оленя. Бейте. Ой-ой-ой, не меня бейте! Оленя, бейте, что ты делаешь, Олежа? Да помогите мне его убить, Женечка! Бегу, Женечка, бегу! Олень под спидами какими-то. Да, да вообще. Я вообще не понимаю. Так, смотри, животными? Дед Мороз, смотри, там охранники какие-то возле вот этой церкви или что это? Где? Вот-вот-вот там прямо. Ой, опять бешеные пингвины. Смотрите, стойте, стойте, стойте. Смотрите, он по кругу, по кругу бегает. План, план. Да как? Да что же такой жестокий-то? Ааа, помогите! Тихо, я аккуратненько убиваю пингвинов. Да, ай-яй-яй-яй! Он сумасшедший, Эдичка, спаси! Да ёханый бабань! Сейчас, подожди! Пингвин, давай разберемся, где он? Давайте, убейте его! Убейте пингвина! Да ёханый! Женечка, я пошли на задницу, я спрячусь, заколебали нахрен пингвины конченые, все, идите в задницу. Убей, убей, я с тобой. Где вы? Где пингвины? Все, уже нет, всех убили. А что это вы тут в яме спрятались? Я все не иду, ты видел этих пингвинов сумасшедших, пошли в задницу. Я вообще в шоке, а почему самые жесткие пингвины, вы мне можете объяснить? Я не знаю, что они вообще такие быстрые. Дайте передохнуть. Ну что, пойдемте дальше? Ладно. Да давай, иди, давай. Пошли, Эдичка, пошли, Женечка, пошли. Да, Дед Мороз, вали их. Вперед! Минус один. Смотрите, это Гринч. Это Гринч. Вообще, вот так вот стоит и молчит. Не знаю. Вали его, Дед Мороз. Вперед, нет, не меня. Да бейте его. Да, в угол зажимать, в угол! Давай, Женечка! Нет, не меня, бейте! Давай, бить его! Что ты такой жестокий-то? Дед Мороз, давай! Стреляю! Да бейте его уже! Давай, со всех сторон, давай! Давай! Офигеть, это что выпало? А это что такое? Эдичка! В смысле, дед...
А это кто такой тогда? Я? Папочка! Алло! Ай, ты, папа, ты что на... Ай, папочка, ты что делаешь? Гриш, вернулся! Бежим! Пашка, как короче, зачем вам оставлять? Сколько кто сможет, берите! Ёлку! Папочка, ты врун, папочка! Ничего не врун, я взял ёлку! Женечка, оставляй его, побежали, побежали, он нас обманул! Ой, извини, Женечка, бежим! Бежали, оставь его! Ты! Олег жестокий! Обратно, домой, убегаем, Женечка! Все, больше... Больше не верю папе! Побежали, Женечка! Я, значит, украл для вас подарки у Деда Мороза и елку, а вы вот такие вот непослушные, да? Ты нас обманул, ты не настоящий Дед Мороз, побежали, Женечка! Женечка, а как же подарки? Так, хорошо, смотри, я нашел подарки. Я тоже стип взял, смотри, Женечка. Смотри. Вот подарок один, вот подарков много, и вот елка. Ну, вау, я новый год удался. О. Будем отвечать на Новый год этим мужиком. Все, можно отдохнуть немного. Давайте погреемся, Нужно папочку же считаю. Да не меня, папочку! Давай, Женечка, давай в костер! Нет, спасите! Все, я помогу. Я домой. Всем большое спасибо за просмотр. Вот такая вот у нас серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, мы очень давно не снимали втроем «Кто твой папочка», поэтому поставьте лайк за то, что мы снова все вместе собрались. Да, ребята, если мы сможем брать много лайков и много комментариев под этим видео, то мы чаще будем записывать все вместе «Кто твой папочка». Да, ребят, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всех с наступающим. Всех вас очень сильно любим. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребята. Пока, ребят.